Венчается раб Божий, Игорь Божий, Марине во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Венчается раба Божий, Марина, раб Божий, Игорь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи Боже наш, славу и честь и венчаем. Господи Боже наш, славу и честь и венчаем. Господи Боже наш, славу и честь и венчаем. Слава тебе, Господи, слава.
прийти Иисус, ученицы Его на брат, и не доставши вину, глагола мать Иисуса к нему. Не вина не ему, глагол Иисус, что есть мне и тебе, жена, не приидет час мой, глагола мать Его, слуга, еже аще воля вам, сотворите, бег уже тут, удомился каменьше, лежаще по очищению иудейского, сместящийся по двемя или тремя мерами, глагол Иисус, наполните водоносы воды, и наполнишь ей до воды до верха, и глагола ей, почерпите ныне и принесите архитрокину и принесоша, я пожив вкусе архитрокин вина, бывшего от воды, и ныне ведешь, откуда есть, слуги же, ведеху почерпишь воду, пригласи жениха архитриклин, и глагола ему, всяк человек прежде доброе вино полагает, а когда упьются, тогда кушает. Ты же соблюд, если доброе вино доселе. Все сотвори начаток знамени Иисус в Кане Галилейской. И яви славу свою, и веровавши в Него ученицы Его. Yeah.
Сьогодні, вінчаючись у Божому храмі, ви розпили повноцінну чашу вина. Часом вона була солодка, а часом вона була і гіркою. Так же і ваше життя часом буде солодким, а часом буде і гірким. Тож, нехай Господь Бог укріпляє вас, дарує вам міцне здоров'я, любві, благополуччя, і щоб ваше життя завжди було солодким. Господи, зараз я дам вам всі ікони, які ви будете хранити до і передавати. Чекайте, 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 я зараз вже роботу, вони можуть взяти. Цей вузол
який я зав'язую. Розв'яжете через 100 років вашого суспільного життя. Хорошо? Да.